Тим часом у обласним центрі почався капітальний ремонт моста «Юбілейний» про зраку «Відьба» по проспекті Людникова. Будовники планують ажиццявити реконструкцію мостового збудування з демонтажом трамвайних шляхов, контактної сітки, опор, тротуарів і їх наступне обновлення, а так само взмацнити опорні бельки. Після проведення усіх необхідних будовничих робот об'єкт стане більш пригожим, надійним і зручним. У сувязі з проведенням необхідних робот рух транспорту по мосте обмежованы. Специалисты закликают водителей и пешеходов загодя плановать маршрут, быть уважливыми и кироваться часовыми знаками дорожного руху. Срок строительства 16 месяцев, включая подготовительный период. Ну, естественно, мы не будем затягивать, будем стараться построить его раньше. Мы приступим к работам по демонтажу дорожного полотна. Сегодня уже облавтотранс приступил к демонтажу трамвайных линий, приступит к демонтажу трамвайных путей. До весны мы будем делать правую сторону. После того, как мы сможем приступить к асфальтированию, ну, как погода нам позволит в следующем году, мы перейдем на левую сторону дороги. В связи с проведением ремонтных работ две полосы транспорта закрыты и сейчас функционируют по одной полосе транспорта для движения в каждом направлении. Изменения коснутся и пешеходов. Раньше они могли двигаться по двум сторонам моста, сейчас одна сторона закрыта, поэтому движение пешеходов будет также осуществляться по одному тротуару. Мост на проспекте генерала Людникова был побудован в 1973 году напередодні 1000-годового юбилею Витебска, за чего и отримал свою назву. Должина збудования каля 200 метров. До речи, из необходимой информации на конт руху громадского транспорта можно ознайомиться на сайтах Витебского горвыконкама и предприемства Витебска облавтотранс.